Информационные дни для иностранных студентов первого курса ЮРГУ проходят ежегодно. Традиционные мероприятия проходят в 2 дня. Первый собирает студентов из безвизовых стран ближнего зарубежья, таких как Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и другие. Второй день проходит уже для обучающихся из визовых стран дальнего зарубежья. Информационные дни у нас собирают всех студентов-первокурсников для того, чтобы познакомить их с правилами пребывания в ЮРГУ, в России, и также дать им информацию о том, какие у них существуют возможности в рамках Южноуральского государственного университета, как можно занять свое свободное время, как приобщиться к внеучебной деятельности, и в целом дает информацию о полезных и важных вещах, которые им могут пригодиться на время всего обучения в ЮРГУ. На встрече выступили представители Управления международного сотрудничества, миграционного отдела Тутгородка и медицинского центра ЮРГУ. Они рассказали об основных правилах пребывания в Российской Федерации и ЮРГУ, проживании в общежитии, медицине, страховке, обучении по квоте и прочих документах, которые необходимо приобрести иностранному студенту. Данное мероприятие мне помогло уточнить информацию о пребывании на территории Российской Федерации. Многие события, по которому мы должны будем проходить наши медицинские обследования, саму документацию, они довольно-таки сложные. И как раз эти мероприятия помогают нам освоиться здесь. Информационные дни проходят в начале учебного года, но при необходимости организаторы проводят дополнительные встречи уже во втором полугодии.